Так, ну вот я снова включил запись. Давайте постараемся сконцентрироваться и как-то говорить коротко, ясно и без этих антимоний не разводить. Значит, биномиальное разложение – это формула 1 плюс nx плюс n, там n минус n, n минус 1 пополам, там 1 плюс c из n по нулю плюс c из n плюс 1x плюс c из n по 2x квадрат и так далее. Вот. Ну и дальше есть такая, но ну, тут я уж мы должны извиниться, что мы используем про дифференцирование, уж не будем про это подробно говорить. И эту формулу можно продифференцировать. Спрашивается, что получится? Какое это должно? Значит, мы в эту формулу раньше подставляли там x равно единице, x равно 0 минус единица, x равно 2, получали разные тоже что для биномиальных коэффициентов. Но можно сначала продифференцировать, а потом и подставить. Что тогда получится? Ну, сейчас можно, конечно, просто сразу ответ написать. И, наверное, мы-то все рассказчики поймем, а слушатели, может, не поймут. Да. Можно пытаться как-то объяснить вообще, хотя бы на пальцах, какое свойство дифференцирования там, ну, многочленов мы используем. И, может быть, так Ну, сказать, да, объемистее. но как бы мы используем, что если у нас вот что у нас был многочлен xn, у него по определению производная, ну не по определению, а так известно, что производная n минус x1. А дальше, если мы сдвигаем x на единицу, то производная тоже сдвинется на единицу. Поэтому производная у этого многочлена будет n на 1 плюс x в степени n минус 1. А, ну можно так, Вот да. это мы фактически должны использовать, как бы, но это вот из определения производной это следует. Такого как скорость изменения функции, но или как там пределы, или как что-нибудь еще, но давайте уж не будем про это. Если это производных будет немного, поэтому если это непонятно, и ладно. Давайте мы просто напишем. Производная это равно нулю, а здесь получится c из n по единице плюс c из n по 2x на 2x плюс c из n по 3 на 3x в квадрате плюс и так далее. Последнее будет c из n по n на n x в n минус 1. Вот и получится такое тождество. И это, значит, ценное тождество, потому что можно из него получить вот как раз то, что будет дальше. Значит, можно взять что-нибудь подставить. Но если мы подставим 0, то ничего интересного не получится. Просто получится c равно эту самую c из 1 по n равно n. Если мы подставим x равно единице, то получится такое тождество. Значит, n на 2 в степени n минус 1 равняется c из n по единице плюс 2c из n по 2 плюс 3c из n по 3 плюс и так далее плюс nc из n по n. Вот это как бы такое вот есть тождество, которое мы получили совершенно бесплатно. Вот. А можно подставить, кстати, еще и n равно минус единице. Значит, будет n на 0 на 0 будет Нет, равня только x, наверное. x равно минус единице. N на 0 равняется c из 1 минус 1 минус 2c из n по 2 плюс 3c из n по 3 и так далее. Там плюс, ну, с каким-то знаком nc из n по n. Ну или можно поставить даже x равняется минус 2 и получить тоже какое-нибудь тождество. В общем, можно получить разные тождества таким способом. Вот, но, значит, в следующей задаче нужно объяснить, почему это тождество. Сейчас, можно я один Да. небольшой комментарий, совершенно, Да, так сказать, да. технический. А именно я хочу сказать, что, конечно, дифференцировать это хорошо, но в этом случае это все легко сделать, но в более сложных случаях, в каком смысле удобнее, вместо того, чтобы дифференцировать, можно сделать такую операцию дифференцирования и потом продифференцировать, потом умножить на x. Дело в том, что если взять там вот такую операцию, которую берем f, переходит x, f штрих. Чем она удобна? Потому что в этом случае x в степени n переходит в n, x в степени n. И степени не сдвигаются. И когда писать конкретные формулы, то это очень часто помогает в жизни, так сказать, Да, потому нет, что, это мы ну, еще не встретимся нужно с возиться этим. со сдвигами. Но пока если мы один раз дифференцируем, то это без разницы. А вот два раза это уже полезно. Да, Значит, это уже, да. вот помимо этой, ну, по поводу этой формулы, там в следующей задаче, вот у нас это, я ее даже ранее уже написал, что вот тут еще есть, ну, вот еще 0,
который значит, 0 на c, как бы здесь можно еще написать 0 на c из n по нулю. Вот она будет следующая, вот эта формула. Почему это на самом деле формула очевидна? И не нужно нас дифференцировать. Как это, почему это можно усмотреть непосредственно? Ну, нужно придумать такую перечислительную задачу, чтобы... Да бог с вами, но какую перечислительную задачу? У нас просто эти самые... треугольник Паскаля, он симметричен. Поэтому мы, если мы умножим один... Это самое, если мы напишем наоборот n здесь, и здесь там n минус 1, а здесь 0, то получится то же самое, просто мы переставим та же самая сумма. А в среднем получится тогда как раз половина n умножить на 2 в степени n. Нет, перечислительную тоже можно придумать, но просто здесь есть совсем простое объяснение, которое... Ну что, поскольку у нас треугольник Паскаля симметричен, то как бы это самое... можно усреднять такой обратный треугольник, и, соответственно, получится n пополам везде. Сейчас, а действительно, а как... Можно построить какую-нибудь перечислительную... Можно сказать, что мы хотим посчитать количество способов выбрать один элемент из n элементного и какое-то подмножество так, чтобы элемент не лежал в подмножестве. Да, очень, очень красиво. Значит, мы вот у нас сначала мы, значит, мы хотим выбрать некоторое подмножество и элемент. Число способов вообще, вот и всего из n элементов, выбираем некоторое подмножество A какого угодно размера и выбираем какой угодно элемент в нем из xA. Тогда здесь у нас что у нас написано? Значит, можно считать так, что мы просто... Только наоборот не лежит. Не лежит. Почему как раз лежит? Мы выбираем подмножество из одного элемента. Подмножество может быть из одного элемента. Тогда есть единственный способ выбрать в нем этот элемент. Или из двух элементов. Ну, можно и так. И в нем есть два способа выбрать этот элемент. Или там из n элементов, в нем есть n способов элемент. Значит, вот здесь написано посчитанное это число, разбитое по тому, сколько элементов подмножится. Если мы выбрали пустое подмножество, то элемент там уже нельзя выбрать, поэтому из этого способа нет. А здесь написано то же самое, но посчитано иначе. Значит, мы сначала выбираем элемент, который можно сделать взять n способами. А затем нам нужно решить, какие из оставшихся... Ну, он уже точно лежит в A. Еще надо решить, какие из оставшихся n минус одного элемента, какие из них лежат в A. И все сходится. Количество способов убрать команду с капитаном. Да, команду из n человека, капитана в ней. Можно сначала назначить капитана, а потом он будет себе выбирать произвольным образом n минус один оставшихся товарищей. А можно сначала выбрать команду, а потом... в ней выбрать, да, то есть, как всегда, имеется комбинаторное доказательство. Вот. Ну, я еще другой вариант. Да. Можно поделим обе части на 2 в степени n. Да, ну хорошо. Значит, будем интерпретировать эту формулу следующим образом, что представим себе, что у нас есть, значит, имеется n монет, мы их кидаем, и спрашивается... какое в среднем количество монет, которые выпали орлом? Ну, понятно, что примерно половина, то есть n пополам. С другой стороны, можно это событие разбить на группы. Каждая из этих групп – это когда у нас выпало k орлов. Да. Значит, вероятность того, что у нас выпало k орлов – это c из n по k поделить на 2 в степени n. Ну, а, да, значит, да. Умноженное количество оров – это как раз k. То есть получается, да, ровно та же самая сумма. Ну, это называется линейное симметрическое ожидание, но... Да. Да. Ну, ладно. Значит, это мы... Нет, ну, это что-то запланировано, это... но дальше. Но посмотрим, получится что-то или нет. А вот ты со своими этими самыми операциями лучше объясни, как найти сумму. Вот когда нужно n квадрат вычислить. Да, ну, значит, n квадрат. Значит, как нужно это сделать? Нужно, значит, опять же, нужно, исходя из первого равенства, которое у нас было,
То, Ну, что, напиши еще прямо на значит, этой странице еще, потому что единица плюс x, на это которая? ну вот которую А, ты сейчас извиняюсь, я пишешь, не да. вижу. 7,8, Да, значит, все нормально, хорошо да. пишешь, да. Да. Чтобы не Один показывать, плюс ну, x в еще раз степени n. не переключать. Да. Да, это будет x, значит, C из n по нуля. c Давай из n по нулю пишем. плюс C x из n c по из n нулю. по одному, Плюс и так далее. Да. плюс и так далее, плюс x в степени n, c из n по n. Да. Теперь идея в том, что мы можем применить такую операцию, значит, вот, которую я уже написал, еще раз напишу. Значит, мы берем некоторую функцию f, и мы сначала ее дифференцируем, потом умножаем на x. То есть мы Да. f из f делаем такую вот функцию, назовем эту операцию d. Значит, тогда эта операция, она замечательна тем, что если мы d применяем к x в степени k, то у нас получается, она умножается на k x в степени k. То есть таким образом, если применить ее два раза к Ну, давай примем один вот раз этому сначала. многочлену, да, значит, мы можем применить, к правой формуле можно применить его один раз, значит, ну хорошо. Значит, можно сделать так, d, я напишу от единицы плюс x в степени n. С одной стороны, это равно, значит, мы должны продифференцировать, как что мы уже сделали в прошлый раз, то умножим на x. То есть получается nx единица плюс x в n минус 1. Да. То есть, ну, А с другой стороны... загадочная роль операции D состоит в том, что мы просто сначала напишем то же самое, то же, что и было в прошлый раз, а потом просто умножим на x. Оно от этого не пострадает. Не пострадает, Да. просто сдвинется все степени. Да. Но справа у нас получится в каком-то смысле немножечко проще выражение, потому что здесь у нас умножить на 0 плюс x c из n по 1 умножить на 1 плюс и так далее, плюс x То в есть то, что у нас степени раньше n. у х уменьшалось степень на единицу, теперь она не уменьшается, потому что мы умножили на х. x, да. Вот имеет такое Теперь мы тождество. можем... Да, можем сделать это преобразование сделать еще один раз. А именно вот возьмем d квадрат. Применим к единице плюс x в n. Нет, ну, в общем, так это То есть нам мы два сейчас раза его применим. продифференцируем вот то же, которое у нас есть, продифференцируем еще один раз. Да, и еще раз умножим на x для Да. удобства. Значит, что у нас получится? Значит, у нас это получается, что то же самое, просто d от nx единица минус x в степени n минус 1 Плюс x. и плюс x. Да. Ну, тут надо Вот, дифференцировать значит, если мы... произведение, но это, так сказать, вот, кто умеет, то умеет. А, значит, так мы потом когда-нибудь объясним Да. по другому поводу. Но... Да, значит, сначала можно продифференцировать, значит, это получается x умножить, значит, поскольку умножить на производную вот этой штуки, значит, производная этой штуки это равно n умножить на единицу плюс x в степени n минус 1 Это мы дифференцируем первую, плюс первое сомножитель. в часть множитель плюс значит n nx. умножить на n минус 1 да nx Да. значит, единицу плюс x n минус 1 извиняюсь n минус 1 умножить на единицу плюс x в степени n минус 2. Кажется, на этом можно все. И теперь Да. это нужно упростить естественным образом. Это будет равно... Значит, степень n минус 2 можно вытащить. То есть получается и x в степени единица x плюс 1 там в степени n минус 2. А то, что там останется, будет x n на 1 плюс x плюс
Сейчас, плюс n, наверное, нужно было вытащить с самого начала. Здесь на n помножим. Сейчас. n тоже, она общий множитель у всех. А то, что останется, здесь не А хватает. x, общий множитель x куда-то делся? Нет, делся, естественно, так. Общий множитель x. Да. И то, Здесь что будет 1 плюс останется, x, наверное. здесь будет 1 плюс x, да, а здесь будет n минус 1 x на n минус 1. И что равно Нет, x x мы плюс уже 1. вынесли. x мы уже... Вынесли, по-моему. Ну, Нет, там вот второй. этот x. Там второй x есть. А, еще. Да. Да, вроде все правильно. Да. Значит, получается x плюс 1 n минус 2 умножить на nx умножить на единица. Значит, тут этот x с этим x, с этой минус единицей уходит, значит, единица плюс nx. Да, нет, и все это, значит, потому нас интересует, что это равняется вот этому самому тому, что мы хотели. Это c из n по нуля на 0 в квадрате плюс c то самое, плюс c из n по 1 на 1 в квадрате x плюс c из n по 2 на 2 в квадрате x в квадрате и так далее. Если мы Да. применяем операцию D прямо уже вот к этому выражению, которое у нас было. У нас еще появляется. Ну вот оно у нас было, вот это вот. Оно появляется еще один множитель каждый раз из каждой степени. Вот. И теперь надо подставить единицу. X равно Да, поставим единице. единицу. Значит, x это равняется, при x равном единице должно равняться 2 в степени n минус 2 на n. На n плюс 1. Вот, это правильный ответ, А да? я не знаю, сходится он, у меня был заранее вычислен. А сейчас у нас было n, тут n квадрат минус n плюс 2n. То есть n квадрат плюс n, да, сходится. Там не скобки не. Нет, еще можно поставить, можно много раз было делать и получить с кубами формулу. А можно поставить x равное минус 1 и получить значение сумму вот этих самых квадратов. То есть вообще тут много есть возможностей для разных формул, Да, но но это так или будет равно иначе. нулю, Ну, в общем, получится, это да. все требовало дифференцирования, поэтому это все пока так, если кто не знает, то надо подождать. Вот. Дальше у нас имеется тоже, значит, про производящие функции. Вот pn это число разбиений на целые положительные слагаемые, которые мы так долго обсуждали сегодня сначала. И вот теперь мы написали для него вот такой ряд, как для биноминальных коэффициентов, но не биноминальные коэффициенты, а эти самые pn, и получился бесконечный ряд. И утверждается, что вот и в этот ряд можно переписать в виде такого произведения. Значит, в этом произведении имеются скобки. В первой скобке я считаю все члены с x, во второй члены с четными x, в третьей, которые делятся на 3x и так далее. Значит, ну, это довольно странное, так и бесконечное произведение. Но, скажем, если мы хотим узнать, какой член там, я не знаю, при x в седьмой, то можно заметить, что начиная с некоторой скобки, где уже будет 1 плюс x восьмой, там плюс x что-то, они уже ничего не дадут. Надо из нее брать единицу обязательно, чтобы получился x седьмой. Поэтому реально для определения каждого члена в этом произведении нужно конечное число скобок только. Поэтому это произведение имеет смысл. И вот нужно доказать, что оно равно вот этому самому ряду, что коэффициенты в этом произведении это как раз число разбиений. Как это объяснить? Ну, мне кажется, что так можно сказать, что вот что такое разбиение? Это
набор, значит, набор чисел в сумме равном и по n, но главное, что эти числа, значит, можно кодировать последовательностью, вот если какое-то разбиение, не знаю, например, там Ну вот конкретно, вот были там 5, разбиения числа 5, действительно. Какие у нас были разбиения числа 5? да, вот 5, 5 равно там, да, да. равняется 5, 4 плюс 1, 3 плюс 2, 3 плюс 1 плюс 1, 2 плюс 2 плюс 1, 2 плюс 1 плюс 1 плюс 1 и 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1. Правильно? Или что-то я Семь пропустил? должно быть. Раз, Должно два, быть три, семь. четыре, пять, шесть, семь. Правильно, их семь. Да, все правильно. Таким образом, Значит, при x пятой должен быть коэффициент 7. Вот надо понять, почему он коэффициент 7. да, ну вот каждое разбиение можно как бы закодировать еще другим способом. Значит, можно, значит, вот это разбиение, самое последнее, оно как устроено? Оно устроено так, что у нас единиц здесь 5 штук, а все остальные числа 0. Значит, у нас мы зададим, что здесь, значит, один, значит, мы запишем в виде такой последовательности. 5, запятая 0, 0, 0, 0, 0. И так далее, бесконечный. Вот у нас Нет, 5... лучше прямо сказать, откуда оно возьмется, какой возьмется член, соответствующий вот этому последнему разбиению. Значит, каждое из этих разбиений должно дать один, одно x пятое в произведении. То есть откуда-то должно, эти x пятые должны получаться вот так, каждым так, разными способами. Да. Значит, вот последнее разбиение соответствует какому способу получить x пятое? И пятое, это мы берем, значит, просто x пятое из первой скобки. Да, вот у нас там уже Это... есть x пятое, вот мы его и берем. То есть, как бы, у нас, поскольку у нас все единицы, то нужно все брать из первой скобки. Пять раз нужно пятый член взять в первой скобке. Второй член, например, он будет отвечать тому, что мы возьмем, из первой скобки мы возьмем третий член, член, отвечающий x кубе, Да. а из второй скобки мы возьмем член, отвечающий x квадрате, потому что здесь стоит двойка, Эта и, двойка соответственно, указывает, мы что его нужно брать возьмем, вторую скобку. да, что нужно брать вторую скобку, да. А двойка Здесь имеет у один нас раз, есть... поэтому нужно брать только x в квадрате. Да, соответственно, в этом случае мы берем, просто это есть единичка, мы, значит, берем из первой скобки, берем первый член, а из второй скобки берем, Нет, соответственно, из вот этот первой вот, скобки берем x в вернее, первой кубе. скобки берем. Вот эти три единицы соответствуют этим самым x кубу А, три из единицы, первой скобки. да, я прошу прощения, я уже к следующему перешел, да. Да. У меня не показывает эта штука, нужно... Сейчас я как там нужно вот такую штуку, да, чтобы она стиралась? Нет, не получается. Сейчас Но это там есть называется такая. маркер или Нет, там есть такой этот самый. хайлайтер? Там нет, почему? Там есть такое изображение этой самой в этой резиночки. Нет, не стирать, а вот так, чтобы исчезало. Но у А, меня не это есть получается. такой, да. Да. Ну хорошо, значит, вот эта двойка соответствует вот тому, что мы из второй скобки берем x в квадрате. Самый первый, потому что только одна двойка. А три единицы соответствует тому, что поскольку это единицы мы берем из первой скобки, а поскольку их три штуки, то берем третий член. Соответственно, если у нас имеется 1 плюс 2 плюс 2 плюс 1, то это к чему приведет? Что нужно взять из первой скобки, и нужно взять два раза из второй скобки. То есть взять не x в квадрате, а взять x четвертой из второй скобки. Вот. Ну и более-менее дальше понятно, что дальше. Значит, вот это будет, надо будет просто взять x в пятой из пятой скобки. Здесь нужно будет взять x четвертый из четвертой скобки и x из первой скобки. Здесь нужно будет взять x в кубе из третьей скобки и x в квадрате из второй скобки. То есть реально надо, ну как вообще, откуда у нас получится xn, как это можно объяснить? Что мы должны взять какие-то, значит, нам надо получить xn, значит, нам надо разбить как-то нашу
n на сумму каких-то чисел здесь. Но здесь будет какое-то просто число, здесь будет кратное 2, кратное 3 и так далее. Но вот это число – это то, сколько мы набираем единицами, кратное 2 – это то, сколько мы набираем двойками, это сколько мы набираем тройками и так далее. Получается некоторое взаимно однозначное такое соответствие между этими членами и разбиениями. Так, ну что, можно еще что-нибудь сказать здесь? Или самое только... Ну, я все-таки хотел сказать, что, как, не знаю, мне личного это самое, опыта, что вот удобно иногда представлять действительно разбиение в виде таких сумм, а иногда в виде таких бесконечных последовательностей целых чисел, таких, что, значит, вот это 5 и все остальные нули, это говорит, что 5 единиц. Здесь у нас будет 3... Ой, извиняюсь, тут какая-то у меня ручка не та. 3, 2, 3, 1, 0, 0, 0. Это сколько единиц, сколько двоек и так далее. Здесь то же самое. Можно написать, значит, соответственно, будет 1, 2 и так далее, 0, 0, 0. Здесь будет... Ну, это 0. Как бы тогда такие последовательные числа, в которых сумма уже не равна 5, а надо умножать, значит, там, первый член... Да, сумма такая, что первый член умножить на 1, второй на 2, третий на 3 и так далее. То есть это такие вот такие цепочки чисел с заданной суммой. Но зато, в отличие от этих последовательностей, они как бы... Ну, это любые последовательности. То есть это просто бьекция между разбиениями и просто последовательностями целых чисел, любыми. То есть числом решения уравнения n равняется, значит, k1 плюс 2k2 плюс 3k3, там, плюс и так далее. Так что... Плюс и так далее, да. 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 Теперь, когда мы раскладываем вот это произведение в произведение, значит, раскрываем скобки, то член из первой скобки мы берем из степени k1, да. Из второй берем из второй... 2k2, там из третьей x степени 3k3 и так далее. И так далее, да. И получается, так сказать, ровно то же самое, именно вот... Это, мне кажется, так сказать, иногда полезно представлять себе разбиение, как вот такие последовательности. Это, ну, это как вполне формально, что число решений такого уравнения тоже есть число разбиений. Разбиений, да. Вот, хорошо. Теперь, значит, если мы в каждой скобке оставим по 2 члена и останем, вот получится только 1 плюс x, 1 плюс x в квадрате, там 1 плюс x в кубе. То есть, ну, это как бы соответствует тому, что в разбиении, значит, каким разбиением это соответствует. То есть мы в некотором нашем большом произведении, когда мы все складывали, теперь некоторые члены для некоторых разбиений оставили, а некоторые выбросили. Это что будет тогда? Учитывая предыдущую аналогию, видно, что получатся такие разбиения, в которых все слагаемые разные. Это число разбиений на различные слагаемые. То есть нельзя использовать одинаковые. То есть если, скажем, у нас имеется там число 5, то останется только... Что, останется только 4 плюс 1 и 3 плюс 2. То есть, соответственно, здесь будет x в пятой только в двух видах. Вот это 2 на 3 из этого и из 1 на 4. Ну, а больше... Само слагаемое 5 тоже. А, да, и 5. И еще есть 5. То есть будет 3x в пятой здесь произведение. А. Вот. Ну, вот такое вот. Другой вопрос, как это все вычислить и, значит, что получится. Но, тем не менее, значит, вот такое есть это самое соответствие. Теперь предлагается тоже еще оставить меньше и оставить только степени двойки. То есть 1 плюс х в квадрат, 1 плюс х в четвертый, 1 плюс х в восьмой. И что получится? Вот здесь уже будет вполне понятный ответ, как это объяснить, что получится. Ну, можно сначала с тех же аналогий начать. Это получается, при xv будет стоять коэффициент, равный количеству способов разбить n на слагаемые в виде различных степеней двоек. Да. Сколько способов уравновесить n гирями с весом 1, 2, 4, да. 8? Может быть, информатики про это знают даже больше, чем математики. Это просто 1, потому что любое число
Можно Однозначно представить. представляется, да. Ну, а математики могли бы сказать, что если мы просто так перемножим, то будет 1 плюс x плюс x в квадрате плюс x в кубе. Если мы теперь умножим это на x 1 плюс x в четвертой, то останется вот это, и то же самое 4 со степенями x четвертой, x пятой, x шестой и x седьмой. То есть каждый раз у нас два таких участка накладываются друг на друга, и получается вдвое больше участок. То есть это будет просто 1 плюс x в квадрате плюс x в кубе. Вот. Но сюда уже нельзя поставить x равно единице, ну, вернее, как-то так можно, но будет непонятно что. И еще математик мог бы, да, там, например, взять какое-нибудь начало этого произведения и, скажем, умножить его все на 1 минус x. И тогда бы у него все аккуратно свернулось, выражение... Да, ну, да, 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 да. Можно еще сказать так, что если мы умножим это на 1 минус x и это умножим на 1 минус x, то все это сократится и даст нам просто единицу. А ну да, ну вот... сократится не сразу, а сначала даст 1 минус x в квадрате, потом вот это даст вместе с этим даст 1 минус x в четвертой, потом, и в общем, здесь тоже все постепенно пропадет, и останется одна единица. Ну, да, то есть вопрос вообще, почему это имеет какой-то смысл? То есть почему мы можем так вот какие-то странные произведения ну, умножать? Ну, это бесконечный ряд, скажи. Там надо, да. Да, нет, но это когда... Нет, тут можно сделать конечный ряд, взять конечный ряд до катой степени, и, а, и совершенно будет все, да, честно. Да, но а вдруг два многочлена не равны, а после умножения на 1 минус х станут равными? Тут всякое бывает. Много можно задать разных вопросов. Так, ну, если бы на 0, например, умножили, то... Нет, не надо обосновывать математику. Если бы на 0 умножили, то они бы стали равными, но это бы ничего не означало. А почему вот на 1 минус х такой... Но... Кольцо многочленов нет делителей, да, нуля. Вот. А вот теперь самая забавная задача, что число разбиение на нечетные слагаемые равняется числу разбиение на различные слагаемые. Сейчас, но... можно я про предыдущий, один, да, небольшой комментарий, да, в качестве, так сказать, скорее задачи для слушателей, для, да, сам, да, что если вот вместо этой произведения рассмотреть такое произведение, что это у нас будет единица плюс, сейчас, если мы напишем x минус 1 плюс 1 плюс x умножить на x минус 2 плюс 1 плюс x в квадрате и так далее. X в минус n плюс 1 плюс x. Значит, вопрос о том... Плюс x в n. X в n, да. Вопрос о том, что получится в качестве произведения. И если это имеет так, отношение к двоичной системе, но тут уже не так то ясно, эта штука имеет отношение к троичной системе. Потому что тут, если мы перейдем к бесконечному, если мы, ну как бы у нас x в n, может с x в n плюс 1, x минус n минус 1, ну тут есть возможности сокращения. Вообще это бесконечное явление, если мы начнем его просто раскроем как бы все скобки, то там будет очень много членов, которые содержат там x, например. Это не вполне понятно, почему вообще оно корректно. А, извиняюсь. Я плохо написал. Я написал плохо. Значит, тут нужно писать 3. Сейчас. Прошу прощения. Вот так. Сейчас я все перепишу. Минус 3 плюс 1 плюс x в кубе. X в минус 9 плюс 1 плюс x в 9. И тогда уже можно надеяться, что данное число и так, не получится бесконечно многими способами. Да, 3 в степени n плюс 1 плюс x в степени 3 в степени n. Вот. И, значит, это тоже можно написать в виде некоторой формулы, которая... Ну, я могу поставить в качестве вопросительного знака в данном, да, месте. Предлагается это сделать. Это, но... имеет отношение к троичной системе, которая говорит о том, что там тоже очень удобная. Да. Но это уже не имеет отношения к числу разбиения чего-то на что-то. Или тоже можно найти? Ну, это примерно то же самое. Это если представим себе, что у нас есть гири весом... Какой вес можно взвесить с помощью на чашечных весах, имея гири весом 1, 3, 9, 27 и так далее, а при этом разрешается класть гири как на правую чашку, так и на левую.
Да. И, значит, утверждение такое, что можно любой вес от нуля до степени Ну, до тройки, максимального. минус один. Да, максимально. Нет, не до степени тройки, нет. Если мы все двери положим на одну чашку, то Ну у да, нас не не степень получится тройки, следующая да. степень тройки. Получится сумма, да, один плюс, Да. да. Ну, от какого-то там, от минус чего-то до чего-то. Живота, да. Да. Да, хорошо, И ладно. это и можно сделать единственным способом. Да. Да, значит, так все-таки, значит, Далее. разложение на нечетные и на различные слагаемые. Почему это одно и то же? Мы уже знаем про различные слагаемые. У нас уже была формула 1 плюс x плюс 1 плюс x квадрат для того, что вот это производящая функция 1 плюс x в кубе, 1 плюс x четвертой и так далее. А для нечетных слагаемых надо оставить, у нас формулы прямо не было, но мы, значит, у нас слагаемые, которые равны единице, они давали нам вот все вот это самое, 1 в кубе, все кратные единицы. Теперь надо написать все кратные тройки, поскольку разрешается нечетное слагаемое 3. Его можно взять сколько угодно раз, это нечетное слагаемое, поэтому все кратные тройки. Теперь, значит, все кратные 5 и так далее. 1 плюс x 7. И вот утверждается, что получится одно и то же. Что коэффициент при xn, но здесь это количество разбиений числа n на нечетные, на различные слагаемые, а здесь число разбиения n на нечетные слагаемые. Почему это одно и то же? Как это усмотреть? Не используя формулу суммы бесконечной геометрической прогрессии, или используя? Ну, по-моему, совершенно не надо ее использовать. Это оно только запутает дело, нет? С ней очень просто. Нет, ну подожди, ну а что, значит, просто это надо все слагаемые сгруппировать. Вот, значит, вот у нас есть все числа делятся по тому, какая у них максимальная, она, как и число, есть нечетное, насколько это четное. То есть оно либо вот 1, 1, 2, 4, 8, либо 3, 6, 12, 24, либо там 5, 10, 20, 40 и так далее. То есть, ну, можно выделить такой нечетный корень, ну, нечетное основу и еще умножать его на сколько-то, на какую степень двойки. Значит, они все делятся на такие группы. Поэтому если мы вот мы уже знаем, что это равняется 1 плюс x, 1 плюс x в квадрате, там 1 плюс x в четвертой и так далее. А это равняется 1 плюс x в кубе, все уже не равняется. А, ну да. Не могу ничего написать, не знаю почему. Давай, Нет, вот могу, я могу. понимаю, Один вот плюс можно. x в кубе, 1 плюс Икс. в шестой, 1 плюс x в двенадцатой. Ну, то есть, если в эту разницу подставить x, вместо x подставить x в кубе, то получится вот это. А здесь будет там 1 плюс x в пятой, там 1 плюс x в десятой, 1 плюс x в двадцатой. Вот. Ну, и видно теперь, что здесь как бы вот в соответствии как раз с этой классификацией все числа, все скобки входит ровно один раз. Ну, это как бы не очень законно, потому, ну, как бы тут такие бесконечные произведения, но если так посмотреться, что мы сделали, то, в общем, это такое вполне законное преобразование. И даже мы как бы не подставляем никаких чисел вместо икса, а оперируем с ними формальными рядами, и это вполне. Ну, даже не совсем не всегда с формульными рядами, по-моему, можно переставлять множители, по крайней мере, такое ощущение, что да. Да, нет, ну да. Да. Ну, надо сказать, что просто начиная с некоторого места, эти самые иксенные все равно не, ну, будут большие слагаемые, поэтому надо до какого-то конкретного ограничиться каким-то конкретным произведением можно, и для него это рассмотреть. Но, значит. Ну, так в рамках индийского доказательства, мне кажется, на глазок это сойдет. Ну, в общем, это, но это. Тут никакого жульничества нет, и никаких, как Нет, бы, нет, нет. сложных мест для обоснования на самом деле нет. Не то, что нужно сначала доказать какую-нибудь там сложную теорему о законности чего-то такого, там, про круг сходимости, ничего этого не надо. Это такое чисто формальное действие. Но на самом деле, если есть сомнения, у нас здесь даже есть специальная эта самая задача, то же самое доказательство объяснить биективно. То есть у нас есть разложение n на нечетные слагаемые.
и каждому такому разложению n на нечетные слагаемые мы реально в прошлом доказательстве поставили в соответствие разложение на различные слагаемые. Вот можно просто то же самое объяснить в терминах вот этой биекции. Как это сделать? Так, у нас уже была такая задача, или... Нет, ну вот мы как бы только что решали вот эту задачу вот в такой форме, и теперь нужно это объяснить, Да. объяснить, вот какая из этого вытекает биекция. То есть у нас есть какое-то разложение n на нечетные слагаемые, там, я не знаю, там вот есть n, ну там, я не знаю, там 9 плюс 5 плюс 3. N у нас чему равняется? 8, 17. И вот надо ему построить разложение, какое-то другое разложение числа того. Ну, напишем даже, чтобы было видно, что они не обязательно различные. Вот у нас есть разложение на нечетные слагаемые. И надо построить разложение на различные слагаемые. И как вдохновляясь предыдущей формулой, как это получить? Сейчас. По-моему, нужно сделать так. Мы как бы должны сгруппировать все числа, которые представляются в виде там, одного нечетного на какой-то степень двойки. И потом их сумму представить как это же нечетное. Ну, это ты в другую сторону объясняешь. А, да. Ну, давай начнем действительно. Да, наверное. Не получится, правда, это. Но поставим себе разбиение на различные слагаемые. Например, я не знаю, там 10 плюс... Там, 6 7, нет. Плюс 2 плюс 1, значит, это не получится. 16, не получится. 18, 19. Но пусть будет не 20 тогда, пусть будет 19. А нет, но так у нас никакого эффекта не будет, значит. Ну, или ладно, или пусть будет 19, ладно. Вот есть такое разбиение числа 19 на различные слагаемые. И надо теперь ему поставить в соответствие разбиение на нечетные слагаемые. Как это надо делать? Ну вот выделим у каждого максимально нечетный делитель и разобьем на группу по этому максимально нечетному делителю. Да, тут, видимо, то есть... будет вот одна группа из 10, будет одна группа из 6, одна группа вот из этих. Да. То есть здесь максимальный этот самый делитель 5, здесь 3, а здесь 1, здесь 1. Вот мы сгруппируем по этому правилу. Да. И, соответственно, если надо, значит, надо разбить на нечетные слагаемые. Как мы это сделаем? То же самое 19 надо разбить на нечетные слагаемые. Сейчас, видимо, мы по этому нечетному разделителю берем столько, сколько нужно в каждой группе. Да, то есть вместо этой 10 напишем 5 плюс 5, вместо 6 напишем 3 плюс 3, а вместо 2 плюс 1 напишем 1 плюс 1 плюс 1. Да. То есть мы разбиваем числа по их нечетным, значит, основаниям и пишем вместо любого числа вот сколько-то этих самых оснований. Это в одну сторону. А в другую сторону, если у нас имеется разбита сумма сейчас, на... Что-то сомневаться видно, что начал. Не работает. Да, то есть у нас явно вот неинъективно. 1 плюс 1 сделает... Да. Сейчас, понятно. А что вам не нравится? Что-то... Да, но неинъективно получается. Вы хотите сложить все, которые одинаковые? Да. Я хочу все сложить, все, которые одинаковые. Нет, скажем... Например, с двойки получилось 1 плюс... Ну, правильно. 2 плюс 1 получилось 1 плюс 1 плюс 1, а обратно получится 3. Нет, не получится 3, потому что обратно, когда у нас, когда у нас имеется 3 единицы, мы должны разбить их, значит, 3 это как бы... А, по степеням... мы должны разбить их в двоичной системе, что мы должны заменить это на сумму разных чисел с основой 1. То есть разное число, то есть вот эти 3 единицы, они как раз записываются как 2 плюс 1 в двоичной системе. А 2 тройки записываются как 6 плюс 0.
И две Все пятерки равно не... записываются как 10 плюс 0. Ну вот, сейчас. Да. Кажется, если у нас есть 6 плюс 3, да, различные слагаемые, или 9. Значит, если, вот, И при допустим, этой у нас было, операции будет... если бы 6 плюс 3 было, различные слагаемые, то после этого получилось бы сверху, ну, сейчас, значит, если бы черное было 6 плюс 3, то соответствующее синее к нему было бы 3 плюс 3 плюс 3. Да. Ну и девятка дает тоже 3 плюс 3 плюс 3. Девятка дает 9. Мы же наибольшие делители выделяем. А, все, понял. Да, все, извиняюсь. Да. Угу. Значит, у девятки был бы корень 9. Это основа 9. И, соответственно, она бы так и осталась 9. Но это на самом деле соответствует тому же самому разложению, что вот когда мы здесь делим, когда мы смотрим, что здесь получается, вот здесь у нас как бы мы как раз группируем все числа с одинаковым этим, с одинаковой основой. Ну, не знаю, как это объяснить. Нет, ну тут тоже так же нужно ссылаться на единственное сложение в виде да, суммы различных степеней двоек. Да, вот тот момент, когда мы здесь раскладываем двоичную систему, это в терминах этих производящих функций, это когда мы замечали, что 1 плюс x на 1 плюс x в квадрате равняется на x 1 плюс x четвертый, это просто сумма всех степеней x. Вот. Ну ладно, в общем, так это надо, видимо, обдумать, мы как-то быстро это... говорили, но вроде это правильно. Вот. Теперь, кажется, последняя задача производящей функции. А нет, не последняя. Значит, для чисел Фибоначчи. Вот числа Фибоначчи, они получаются так. Значит, 1, 1, потом сумма этих единиц, двойка, сумма 1 и 2, 3, 2 и 3, 5, 3 плюс 5, 8. То есть каждое следующее, значит, вот будет t0 плюс t1 плюс t2 и так далее. Значит, t0 равняется t1 равно единице, а tk плюс 1, tk t равняется tk минус 1 плюс tk минус 2 при k большем единице. И вот утверждается, что производящая функция удовлетворяет такому соотношению. Почему она удовлетворяет такому соотношению? Ну, можно, наверное, для каждого коэффициента, кроме нулевого, проверить, что такое уже не сократится. Ну, то есть, да, ну, то есть, как это надо написать? Надо написать t от x умножить на 1. Если мы умножим t от x на минус x, то у нас получится что? У нас получится минус x квадрат. Ну, как бы вот эти коэффициенты все сдвинутся. Минус 2x в кубе, минус 3x в четвертой, минус 5x в пятой и так далее. А если мы на x квадрат умножим, то они сдвинутся на... Здесь будет минус x квадрат, минус x в кубе, минус 2x четвертый, минус 3x пятый. То есть они все сдвинутся на 2 вправо по коэффициенту. Теперь если мы все это сложим, то как раз вот первые два, ну видно, что сокращаются, а дальше у нас идет просто вот tn, tn минус первое и tn минус второе. Вот они как раз... Два предыдущих коэффициента с минусами, а наши с плюсом. Поэтому все сократится. Вот такое вот странное это самое тождество. Из него можно получить, кстати, такой фокус. Что, значит, 1 на 1 минус x в квадрате. Можно этот самый разложить на множители. Там, ну, если вот это какой-то x минус там a на x минус b, еще с минусом. Соответственно, потом это можно представить в виде там c на x минус a плюс d на x минус b. И, ну, при правильно выбранных i, b, c и d есть такое тождество. А дальше, соответственно, это можно, ну, или даже лучше, наверное, не так, а написать там c на 1 минус ax и d на 1 минус bx. Если так внести эти коэффициенты, а дальше это получится как 1 плюс ax плюс a квадрат x квадрат и так далее, плюс d там на 1 плюс bx плюс bx b квадрате x квадрате и так далее. Это не те a и b, которые...
корни. Не те аибы, которые корни. Там, да. Ну, но там обратные к ним, видимо. Но, значит, и получится такое соотношение. Но это надо аккуратно все сделать. Но в чем замечательность этого соотношения? Что мы получили формулу для числа Фибоначчи как сумму двух геометрических прогрессий с некоторыми коэффициентами. Ну, ее можно просто потом доказать по индукции, но так она сразу получает, вот понятно, как бы, вот, что она должна так получиться. Вот. Теперь то же самое у нас более сложное для чисел Каталана. Значит, есть, если у нас имеется, значит, для чисел Каталана имеется производящая функция, и есть рекуррентное соотношение, и это рекуррентное соотношение тоже должно некоторым образом давать какое-то тождество для производящей функции. Но не должно, а так дает. Что это будет за тождество? Значит, вот надо, чтобы откуда-то взялось произведение вот c0 на c-1, там, как бы таких чисел Каталана, которые в сумме равны, индексы которых в сумме должны равняться чему-то. Ну, выглядит так, что надо попробовать c от x умножить на c от x. Да, значит, если мы возведем c от x в квадрате, то, значит, что у нас будет при x в n? При x в n у нас получится, значит, c, ну, даже при x в n минус 1, что у нас получится? c0, cn минус 1. Чтобы в сумме получалось x, n минус 1, надо взять как раз степени 0 и n минус 1, степени n минус 1 и n минус 2, там, и так далее. А, то есть получится, значит, c0 в квадрате у нас, значит, первый будет c0 в квадрате, ну, а c0 в квадрате это c1 равняется c0 на c0. А дальше будет, значит, дальше будет плюс c0, c1 плюс c1, c0x. Значит, это будет c1, это будет c2x плюс c3x в квадрате и так далее. То есть это почти будет функция Каталана, только, значит, надо еще это умножить на x, что ли, да? Нет, нужно вычесть единицу и поделить на x. Сейчас. Ну, наоборот, умножить, наверное, на x и прибавить единицу. Да, значит, единица плюс x, ну, в смысле, что получить, нам c в квадрате от x равняется c от x. Да? Так, что ли? Да. Да. Да, как раз x. Да, тут не хватает одного икса, и еще не хватает единицы. Вот получается такое тождество. Дальше тоже можно с ним сделать ту же самую странную вещь, что и раньше. Это квадратное уравнение. Х c в квадрате от x минус c от x плюс 1 равно нулю. Поэтому можно, если уж совсем, так сказать, ни о чем не заботиться, написать, что x равняется там минус b плюс минус корень из c b в квадрате минус 4 от c. Только там единица. Да, это, конечно, это коэффициент, это не я ерунду пишу, значит. Так, значит. Даже единица плюс минус 1 в квадрате минус 4х делить на 2х, да? Да, но, строго говоря, это, конечно, правда, но нужно выбрать один из знаков, а именно нужно выбрать знак минус, потому что знак плюс заведомо дает неправильный ответ, потому что если знак плюс, то это выражение при х равно нулю даст вообще непонятно что. А если с минусом, то все будет хорошо в нуле, поэтому тут нужно именно минус. Да. Ну, это как-то вообще мы уже начинаем подставлять вместо x число, и это какое-то дело такое странное, и вообще это выражение... Ну, ты сегодня утром соглашался подставлять 0. Вот я сейчас да, как раз... Ну, хорошо, но, да, но дальше еще нужно раскладывать это вот корень 1 минус 4x, надо написать 1 минус 4x в степени 1 вторая, и дальше применить бином Ньютона с дробным показателем n, и получится, так, значит, если это долго делать и не запутаться, то удивительным образом получится та же самая формула,
которую мы уже получали комбинаторно, как c из 2n по n, деленное на n плюс 1. Сейчас, я скажу на самом деле, что это не то, что чепуха, что мы перепутали формулы, а просто как бы, когда там, в школе решали квадратное уравнение, выделяли полный квадрат. Да. И здесь мы тоже могли там выделить полный квадрат, и получалось бы ровно на такой же тоже, что там на корень из x на c от x. Ну, в общем, какой-то полный квадрат выделяется, и там получается тоже на этот полный квадрат, с которого там выделяется корень и так далее. То есть... Да, но нам все-таки надо, мы должны, чтобы получить формулу, мы должны воспользоваться формулой бинома Ньютона для дробных коэффициентов. На что у нас, в общем, строго говоря, нет никаких оснований. Нет, вот это да, это уже такой более тонкий момент, я согласен. Да, либо надо переходить все-таки к функциям и говорить, что у нас для это все сходится куда-то, а потом это однозначно разлагается. Либо как-то, оставаясь в формальных рядах, определить корень и доказать формулу для квадратного, ну, и доказать формулу для бинома Ньютона уже в терминах формальных рядов. Тут есть некоторое то самое. Нет, конечно, да. Кажется странным, мы как бы складываем какие-то степени положительные у x с какими-то коэффициентами, то есть получается какое-то обобщение понятия многочлен, а получается какая-то произвольная функция. Там, ну, вот. Это, то есть вот в отличие от того, что, то, что мы раньше, как бы вот эти операции с бесконечными числами, они легко обосновывались, там как бы, так сказать, ну надо было сказать, что там дальние степени не учитываются, там, то все, а там вообще как-то было просто. А здесь все-таки под ковер заметено гораздо больше. И это формула бинома Ньютона для дробного показателя, у нас никаких оснований считать, что она верна, пока нету. Так что это не кроме просто аналогии. Да, хорошо, ладно. Значит, сейчас осталось совсем немного, а именно, значит, мы... Так, третья наша тема сегодняшняя, что на самом деле комбинаторика – это то же самое, что теория вероятностей. Что вот вместо того, чтобы говорить, вот, как можно сказать, вот мы бросаем кубик, у него есть 6 граней, и мы его бросаем 6 раз, и получаем последовательность, за протокол эксперимента, что первый раз выпала единица, потом пятерка, потом шестерка, потом снова единица, потом 2, потом там 1. Вот этот один протокол испытаний бросания кубика. И таких протоколов, возможно, естественно, 6 в шестой степени, потому что на каждом шаге может выпасть 1 из 6. И дальше, значит, это вот такие в теории вероятности, это терминология такая, что называется исход. Эксперимент имеет исход. Это вот не евреи уехали в Израиль, а вернее, не уехали, а ушли из Египта. А это вот эксперимент почему-то имеет такое вот, не знаю, почему так называется. Даже вообще непонятно, даже этимологически, почему исход. Кто куда исходит. Ну, противоположное слово безысходность. Это тоже когда... А, что эксперимент все-таки, так сказать, поимел некоторый исход. А не был остановлен. Ну, не знаю, нет. Ну, почему-то называется исход. Но так или иначе, значит, среди этих... Мы рассмотрим какое-нибудь, как называется, событие. Вот событие – это как бы свойство этого самого исхода. Выпали 3 шестерки. И вот среди этих 6 в 6 исходов есть некоторые исходы, при которых действительно выпало 3 шестерки, а больше там ничего шестерок не было. Ровно 3 шестерки. Да, но вот когда 3 шестерки имеется, подразумевается, что ровно 3 шестерки, например. Да. Тут в следующем написано ровно 1 шестерка, но вот здесь тоже ровно 3 шестерки. Соответственно, вот каждый исход имеет какое-то количество, каждое событие имеет какое-то количество исходов, которые для этого события, так сказать, вот они тоже говорят, благоприятные. То есть вот событие произошло при таком исходе. И нужно поделить число благоприятных исходов на число всех исходов. Вот нельзя поделить уже сейчас. Всех исходов. И это называется вероятность события. Вот это такая терминология. Но идея стоит в том, что если мы будем эти опыт наш повторять там огромное количество раз, то все исходы встретятся примерно поровну, соответственно, общее, если из 17 исходов 3 благоприятных, то это значит, что при большом количестве экспериментов 3 17 всех этих экспериментов примерно дадут благоприятный исход. В общем, это поэтому называется вероятностью. Но так или иначе, это просто терминология для нас сейчас. Нужно посчитать
число этих, вероятность этих событий. Значит, сколько исходов, когда выпадают три шестерки? Как это вычислить? Ну, это нам нужно позиции шестерки выбрать. Да, а они все остальное все должно делятся быть. На группы, которые позиции Да, по шестерке. Их, значит, c из 6 по 3. да, при этом определив позиции для шестерки, нам нужно определить, ну, на них, в этих позициях уже понятно, что написано шестерки. Да. На остальных позициях могут стоять любые другие числа, То кроме, собственно, есть 6 шести. в кубе. Не 6 в кубе, 5 в кубе. Если ровно 3 шестерки выпало. Ну, сейчас у нас же Да, кубик шестигранный. Сколько мы... А, правильно, 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 да, нам же не разрешается, да, нам не разрешается, это самое, шестерку-то больше нельзя ставить, надо 6, это самое, и это надо поделить на 6 в шестой. И вот это такая вот вероятность. Так, ну, значит, выпала ровно одна шестерка. Ну, это... еще проще, мы выделяем одну позицию под шестерку, и там будет просто да, 6, значит, 6 таких 6 позиций. Вариантов для позиции на 5 в 6 На делить 5, на 5 на в 5. 5 в 5. Осталось 5 позиций, и в каждой можно Да. не шестерки. Делить на 6 в 6. Значит, это ровно одна шестерка. Одна. А теперь хотя бы одна. Ну, тут можно форму исключения исключения воспользоваться. Тут лучше посчитать, ну, вероятность дополнительного события. Да, значит, ну, в терминах Можно вероятности так, да? хорошо так, есть да. такое отрицание события, что если выпала хоть одна шестерка, значит, отрицание этого дополнительное событие не выпало ни одной шестерки. И это будет 5 в 6 делить на 6 в 6. Потому что все вариантов 5 в 6, когда нет шестерок. А, значит, надо это самое. Вычислить единицы, и получится хотя бы одна шестерка. И, соответственно, должно выполняться тождество, что это больше либо равно, чем, поскольку эти события содержатся ровно на шестерке, это частный случай, должно получиться, значит, это должно находиться в таком соответствии. Что, наверное, так и есть, если мы не ошиблись в вычислениях. Ну, скажем, если бы нам задали вопрос, какова вероятность того, что было хотя бы три шестерки, я бы тут уже так не смог, наверное, просто одной формулой обойтись. Ну, вернее, каким-то одним выражением таким, там может какая-то сумма получалась. Да, довольно. Нет, ну вот сейчас как раз следующий, значит, просто предлагается это сравнить, как конкретно вычислить. Значит, не выбросить ни одной шестерки, это вот эта самая вероятность, которая 5 в шестой, в шестой. А выбросить хотя бы одну шестерку, это ее дополнение. 1 минус 5 в 6 в 6. Спрашивается, а какая из них больше? Так интуитивно даже не очень понятно. То есть, ну, если ясно, что если вы бросали там кубик миллион раз, то, скорее всего, была бы хотя бы одна шестерка. А если мы бросаем там один раз, то, скорее всего, не будет ни одной шестерки. Спрашивается, что будет, если мы бросаем 6 раз? Какое-то неравенство обернули, что ли? Ну, неравенство обернули, а можно просто произвести это самое. Воспользоваться калькулятором и... Значит, что... Ну, 5... Есть у кого-нибудь калькулятор? Потому что я боюсь, если я, значит, на экране сейчас захочу вычислить, то все... А нет, ну, я могу вычислить сейчас. 5... Шестык в шестой степени. Нет, надо перейти в один латинский регистр. А, это получилось 0. Чуть больше 1 трети. 33, 4. 1 треть примерно. Да. Да. Ну, по-хорошему, на самом деле, должна быть примерно 1 етая, если бы 6 было большим числом, то получилось бы 1 етая, а тут получается 1 треть. Но в любом случае это меньше. То есть, скорее всего, скорее шестерка будет. А, так что... Да, скорее Причем всего... Причем примерно вдвое больше шансов, что она будет, чем не будет. Да, да. Так это на самом деле интуитивно Довольно не точно, так причем. Очевидно. Не очевидно, почему так сказать, уж это настолько вероятнее. Да, вот, ну теперь, значит, такая задача просто...
Ну, как пример, какие задачи бывают на теории вероятности, придумывают на теории вероятности, чтобы замаскировать какие-то комбинаторные подсчеты нехитрые. Но, кроме того, она имеет практическое значение, чтобы понимать, что не надо играть в лотерею, потому что вас обманут. Значит, спортлото... Но это полезно для игры... В игру веришь, не веришь на кубиках. Очень, очень увлекательно. Это тоже... Значит, игра в спортлото, я не знаю, даже существует ли она сейчас, но когда-то она была так устроена. Было 49 чисел, из них выбирали 6. Надо было в карточке записать, товарищ мог записать в карточке 6 чисел каких-то из этих выбранных. А в процессе тиража тоже, значит, выбиралось 6 других чисел. С помощью специального прибора, называемого лототроном, которые показывали по телевизору, и советские граждане как-то верили, что это в прямой трансляции, а не запись. Не знаю, почему они в это верили, но... Еще, наверное, они одну букву в названии меняли. Видимо, да. Третью. Да, 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 да. Но, значит, сколькими способами выиграть ровно с 3 номерами? Значит, если у нас, вот у нас имеется на самом деле уже не 49 чисел, а есть 6 выбранных и 3 невыбранных. И спрашивается, сколькими способами лототрон может так выпасть, чтобы было 3 из выбранных и 3 из невыбранных. Значит, это что надо сейчас? Значит, надо решить, какие мы 3 выберем из выбранных, какие выпадут из выбранных 3 и какие выпадут из невыбранных. И разделить это на 49 на 6. Должно получаться, наверное, я заранее сейчас вычислил, давайте посмотрим, нет ли там какой-нибудь формулы уже готового ответа в этих бумажках. Да, вот, значит, я заранее посчитал, получилось 1,7%. Вот. Если я правильно помню, значит, выигрыш, кажется, билет стоил там 30 копеек, а выигрыш был что-то 3 рубля в этом случае или какой-то такого порядка. Может быть, он там как-то определялся по каким-то формулам, но не меньше 3 рублей, что ли. В общем, как-то так было. Но видно, что все-таки вероятность выигрыша очень маленькая. То есть, чтобы если мы выиграем в одной, там, той самой, меньше, чем в одной, в 2% случаях, то чтобы остаться при своих, нужен выигрыш там в 50 раз больше, чем исходная стоимость билета. А такого там, по-моему, не было. Ну, я хочу сказать, что, может, в Советском Союзе это было, но, например, во Франции это происходит, называется Лотерея Националь, и ты можешь сходить в место, которое называется PMC, и там в любом табачном киоске купить такой билетик. И какие там правила? Все... Какие там правила? Там другие числа, мне кажется. Там, типа, ну, я не вникал, но там 36, по-моему, а не 49 или что-то такого. Типа. Нет, хорошо, а как выясняется, кто выиграл? Ну, тоже, вот ровно, так сказать, есть вот тираж, то есть... Нет, хорошо, а вот я выбираю, как я это сообщаю французскому правительству? Ну, у тебя должен быть купончик, который там на одну... Ты пишешь 2 раза на одном той же бумажке, одну сдаешь французскому правительству. А как я ее сдаю другую... правительству? Куда я это отправляю? Ну, ты в табачный киоск отдаешь продавцу. А если продавец его потеряет, то как я смогу доказать, что я... Ну, никак. Тут там бывают суды и вообще все такое, потому что там выигрыши какие-то миллионы. Нет, то есть... Ну, если все угадал, то там можно угадать миллион. Продавцы часто, наверное, и добросовестно теряют. Ну, не знаю. Не то, что они просто так обманывают, а просто, ну, забыл, положил куда-то, завалилось там. Или человек по ошибке написал в 2 купончиках разные числа. Просто, ну, перепутал при переписывании. И думает, что он выиграл, а там не выиграл. И кто кому что может доказать после этого. Ну да, нет. Я говорю, что были судебные процессы большие, так сказать, по этому поводу. Но я хочу сказать еще вторую байку, которая про это я узнал недавно. О том, кто является изобретателем, так сказать, вот этой самой лотереи. Эмиль Боррель. Не банальный человек, нет. Он был специалистом по вероятности и морским министром. Да нет, это было гораздо раньше. Это тоже было во Франции, значит, и изобрел ее Казанова. Нет, Казанова, по-моему, был по женской части больше.
Ну вот он по много чему был, в частности поэтому. И Нет, он представил так он Академии мог. наук свой проект, посчитал вероятности А он прямо и мог представил корректно Академии наук посчитать. такой проект. Да. И что, и Академия наук представила французскому правительству. Да, и сказал, что все окей, и французское правительство с тех пор у него есть лицензия со времен там. Но не в пользу Казанова была, она с самого начала была в пользу французского правительства. Да, с самого начала, да. И не даже не в пользу, наверное, Академии наук. Но, по-моему, Может, да. французское правительство, оно объясняет, по-моему, так, что мы, так сказать, вот не утверждаем, что вы выиграете, а мы вам обещаем, что все эти деньги отправим на какие-то благие начинания, и тем самым у вас есть возможность пожертвовать деньги на благие начинания, но заодно в качестве такого, так сказать, небольшого бонуса есть еще элемент спортивного азарта, что не исключено, что вы что-то выиграете, хотя, так сказать, в целом вы должны не обещать, что это так можно разбогатеть, по-моему. Ну, может быть, да. Но там, тем не менее, у нас вот на собачьем соседнем табачном киоске написано все время, сколько там призовой фонд и вообще какие-то миллионы евро. Вот, теперь та же самая, это самая, тут задача о числах Коктолана в таком оживляже, что имеется это самое, 100 человек, вот как в кино, они хотят, но тут, поскольку сейчас полтинников не бывает, по-моему, бывает сейчас монета по 50, половине рубля или не бывает? Кто в России знает это? Есть 50 Есть копеек, ну, полтинники. бывает, да. Да, А нет. полтинников сейчас называется 5 рублей скорее, но это инфляция. Да, Но другое дело, цента что не бывает. ничего за рубль ничего нельзя купить. Да. Вот. Ну хорошо, в общем, есть ну, тут на всякий случай заменено на рубль 2. Значит, есть без сдачи надо заплатить рубль, а с 2-рублевой монеты нужна рублевая сдача. И значит, они становятся в очень случайном порядке. И какова вероятность того, что всем удастся расплатиться? Вот. Но это вот то самое, что мы обсуждали в числах Каталана. Значит, надо взять число Каталана, это будет CN, и это число удачных вариантов. А общее число вариантов это C из 2N по N, да? В смысле, Почему это то общее. же самое, что число Да. Каталана? Ну, это как раз. Это означает, что в любом начальном участке очереди хватит сдачи. То есть рублей будет не меньше, чем 2-рублевых монет. Это как бы просто вот такое у нас было то самое. Одно из определений числа Каталана – это такая последовательность там нулей и единиц, что в любом начальном отрезке не меньше единиц, чем нулей. А здесь у нас не меньше рублевых монет, чем 2-рублевых. Это как бы условие, что для любого начального отрезка удастся, у кассира не останется без сдачи. И что же, это у нас получается 1 на n плюс 1, да? Да. Вот. Есть какое-то, по-моему, доказательство, где объясняется, как-то почему такой простой ответ, что как-то все варианты разбиваются на n плюс 1 групп, и в каждом из них оказывается как раз число Каталана, что как-то вот там надо что-то куда-то добавить, вычесть. Ну, там как-то, по-моему, можно эти перестановки циклически сдвигать, и там только одна подойдет. Что-то такое, наверное. Да. Правда, Вот непонятно, я. почему там 101, хотя должно быть 100, но как-то там, да, и там нужно какую-то конструкцию придумать разумную. Да, вот там И есть что какая-то. даст другой способ вычислить формулу Каталана, Да, но формулу, вот точнее, Каталана. у нас уже был вот способ с отражениями, и он дал нам этот 1 плюс 1 плюс 1. А можно начать с другого вычисления и получить из этого снова формулу Каталана уже без всяких отражений. Там какая-то. Сейчас, ну ладно, если кто-то помнит прямо сейчас, то можно было бы сейчас попробовать это рассказать. Сейчас, по-моему, можно так сделать, что как бы Да. альтернативно эта формула для числа Каталана, она же описывается как c из 2n по n плюс 1 делить на n. Ну, просто это. Но то же выражение с факториалом, это просто как бы
Вот мы, у нас тогда получалось как бы 2n факториал делить на n факториал на n плюс 1 факториал. Его можно вот переписать так. И теперь, кажется, вот мы, скажем, расставляем плюс-минус единички. А, ну сейчас, то есть, Нет, ну, нет, я нет, нет, же... c из 2n по n плюс 1. Да, c есть 2n на n плюс 1 делить на n, да. То есть у нас, будем представлять так, что вот мы расставляем среди 2n там чисел, там n плюс 1 единичку, n минус 1 минус единичку. Да. Да. Тогда вот у нас вот эта последовательность, мы можем вот ее как циклически сдвигать, у нас есть n способов циклически ее сдвинуть. И утверждается, что 2n. 2n, верно? Сейчас. Что ж там тогда? Может, там две тогда последовательности? Черт Нет. его знает. Сейчас, Ну, сейчас, кроме там того, по... было бы, конечно, хорошо объяснение, в котором бы в знаменателе было именно n плюс 1. Если мы хотим, чтобы это было именно по теории вероятности, то надо как-то... А, если мы хотели бы в вероятность ходить, ну... Да. Ладно, хорошо, может, мы это мы еще когда-нибудь подготовимся и расскажем, но сейчас что-то не очевидно, как это получить, почему там именно на n надо делить. Я помню, что было какое-то рассуждение, но красивое, но вот сейчас... Володь, ты тоже не помнишь, что там надо делать, Не как это? помню, вот я тоже пытаюсь вспомнить, не помню, я, да, не буду Да, говорить. ну, хорошо, последняя задача, давайте мы уже бесконечно долго, давайте мы это самое. Значит, есть кубик, у которой окрашен в 6 цветов, там цвета 1, 2, 3, 4, 5, 6 какие-то там. После этого, значит, придя домой, Миша сделал кубик с теми же самыми цветами, но как-то иначе... Он не запомнил, как они были расположены, и просто раскрасил 6 цветов. И спрашивается, какова вероятность, что получится такой же точно кубик. Ну, он повернут как-то, может быть, иначе, но что он вот, неотличим, их можно спутать, если то самое, не знать, кто какой сделал. Как это объяснить? Ну, сейчас. Точная копия с точностью до поворота, конечно же, Да, да, точно. конечно, но точная копия имеется в виду, что они неотличимы, если их положить в мешочек и перемешать, то уже мы не знаем, какой, то есть. Ну, например, Тогда это, известно, что наверное, надо если там у класть. Миши против первого цвета четвертый цвет, а у Маши против первого цвета третий, то это уже разные кубики, в принципе, их не перепутаешь. То есть точная копия значит, что они прямо вот как есть. Да, наверное, чтобы их сравнивать, лучше всего придумать, как их класть, как бы перед собой, чтобы можно было посмотреть и сразу понять, они одинаковые или разные. Например, можно класть так, чтобы внизу был первый цвет. То есть оба кубика сначала можно положить просто, чтобы внизу был первый цвет. Мы еще не решили, после этого каждый из них можно поворачивать по горизонтали, но уж первый цвет можно совместить. Да. Да, после этого все кубики сразу делятся на 5 классов, на 5 групп, в зависимости от того, какой цвет сверху у нас теперь. Да, значит, тут может быть любой из 5 цветов. Там 2, 3, 4, 5. Да. Вот, и теперь внутри каждой из этих групп мы можем, выбрать один из оставшихся 4 цветов и положить кубик так, чтобы этот самый цвет был на грани, которая на нас смотрит. Чтобы Да. грань, которая на Значит, нас если мы смотрит, была уже... этого Значит, цвета. нас теперь интересует, сколько, значит, в каждой группе кубиков. Значит, их можно сравнить, решив, что здесь какой-нибудь, выбрать какой-нибудь цвет. Мы знаем уже, что такой цвет внизу, такой цвет вверху. Здесь какой-то цвет на первой грани. И она на нас смотрит. Да. И... Ну все, и на этом свобода закончилась, и теперь мы можем просто посмотреть на как бы кубик определяется, его раскраска определяется тем, что
тем, как покрашены оставшиеся три грани, но и оставшиеся три грани, про них можно думать, что они просто да, если мы покрасим их по-разному, то эти кубики уже нельзя будет спутать, потому что наш процесс однозначно определяет, ну, однозначно скажет, как его укладывать, и, соответственно, эти три грани можно будет прочесть, какие там цвета. Да, ну и, соответственно, существует шесть способов раскрасить кубик. То есть, во-первых, как бы у нас имеется 1/5 доли всех случаев, противоположный цвет окажется правильным. И теперь, если у нас уже в 1/5 этих случаев противоположный цвет уже оказался правильным, то дальше они делятся на 6 групп в зависимости от того, какие будут эти три цвета вот на этих трех оставшихся гранях. И надо попасть в правильную группу. То есть правильная группа будет 1/6. То есть вероятность того, что получится точная копия, будет 1/30. Ну, да. Да. Правильно или нет? У меня была идея там по-другому рассказать, возможно, это то же самое решение. Я да. просто пока ну, еще не скажи. Поставил. Давайте будем считать, как бы, не просто раскраски кубика, а вот именно вот эти раскраски ориентированные, да, то есть... Развертку можно сделать и ее раскрашивать. Да. Ну, например, ну как бы будем как бы предполагать, что раскраска это именно раскраска там, верхней грани, раскраска там, нижней грани, раскраска там, передней, задней и так далее. То есть, да. как бы раскраски просто да. сначала будем считать различными. Да. В такой постановке, конечно, там вроде ответ понятен, что просто 1 делить на 6 факториал, вероятность того, что мы угадаем да. раскраску. Да. А теперь давайте поймем, на самом деле, в какое множество. Вот в смысле ориентированных раскрасок должен попасть Миша своей раскраской. Он да. должен попасть во множество как бы, раскрасок, которые получаются из раскраски ну, кого, Маши всякими поворотами. Да, и то есть нам нужно посчитать это множество поворотов да. раскраски. Знаменатель у нас 6 факториал, а в числителе количество кубиков ориентированных, которые можно получить поворотами из данного. Да. Ну и вот кажется... Там верхнюю грань можно поставить 6 положениями, и потом еще 4 поворотами можно. Да. Здесь будет там 6/4. Да. То есть это знаменатель как раз будет. 4 на 5 факториал, то есть это 4/120. Да. Ну или можно сказать, что вершину можно совместить 8 способами, а после этого остается еще 3 поворота вокруг оси. 6/4 это 8/3. Да. Это то же самое, получается такая. Но теория вероятности вообще на самом деле, конечно, это гораздо более, ну это как бы вот у нее есть такая комбинаторная часть, а на самом деле там еще гораздо больше всего. То есть там есть такая идея независимости событий, есть разные оценки. Например, вот то, что мы говорили, что большинство чисел треугольника Паскаля сосредоточено самые большие числа, основная масса, сосредоточена в середине. Это называется закон больших чисел. Какой он ширины, этот самый пик, какую форму он имеет. Ну, в общем, там масса всего. И эта комбинаторная часть теории вероятности такая наиболее простая и наименее именно вероятностная часть. Но это уже отдельное дело. Но еще вот. Мы здесь работаем в равновероятной модели. Да, 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 да. Можно считать, что... Ну, вот, кстати, то, что мы вычисляли там сумму чисел в треугольнике Паскаля с какими-то коэффициентами, с степенями, это как раз соответствует... Вот это... Если мы рассмотрим там 1/3 плюс 2/3 в степени n и разложим это по формуле бинома Ньютона, то члены будут соответствовать тому, какие, если мы бросаем монету, у которой одна сторона вдвое чаще, чем другая. И тогда, значит, поскольку такая монета обычно выпадает, примерно треть раз выпадает одной стороной другой, то если вот в треугольнике Паскаля ввести эту коррекцию, то он перекосится, и у него максимум будет около 1/3, но сохранит свою форму. В общем, это там много чего известно. Вот, но, ладно.
В общем, задачи мы все уже разобрались, но, может быть, так какой-то вот можно сказать еще философский такой общий комментарий, что это все небольшая часть комбинаторики, а что там бывает еще? Вот как это вообще, чем то, что нам обычно называют комбинаторикой, ну или там перечислительной комбинаторикой, что какие там вообще еще бывают вещи? Ну вот Ну вот, Володя например, нет, просто обещал вот по рассказать поводу про кубика, пенгональную теорему да. Эйлера, но вообще здесь совсем, так сказать, чем еще там люди занимаются? Есть ли что-нибудь, что мы, о чем мы совсем не говорили, и что, тем не менее, так сказать, вот можно объяснить как-то, чтобы Ну вот, люди... например, опять же, это есть в задачнике Виленкина, это самое, там, ну, задача типа того, что у нас есть кубик, ровно такой же, вот сколько существует раскрасок кубика, например, у которого там две грани белые, а остальные черные, с точностью до поворотов. Да. Вот есть такая серия задач, и есть очень красивая формула, которая называется, по-моему, формула Полья, которая дает ответ на такого рода вопросы. Это Ну хорошо, нет, но так, а что вообще еще в принципе бывает? Вот когда там какой-нибудь ученый товарищ говорит, что он занимается комбинаторикой. Чем он на самом деле занимается? Вот про что это? Можно ли это таскать там в нескольких, в одном абзаце? Вообще, так сказать, вот что там еще бывает? возможно, какая-то теория представлений. Но я не специалист. Нет, ну, там бывает много комбинаторных задач, которым приводят там какие-то другие науки, которые реально комбинаторики. Ну, там действительно нарисовать там количество, не знаю, планарных графов, у которых там что-то там с какими-то свойствами, там сколько-то вершин данной валентности, столько данных и все такое. Это тоже есть очень много всяких такого рода задач, Или, которые например, можно имеется относить к комбинаторике. какая-то произвольная фигура на шахматной доске из клеток, которую нужно выложить доминошками. Не Да, прямоугольник 2 это... на n, как так мы делали, а совершенно произвольная фигура. Даже M на N уже не самая банальная задача, Да. но и у нее есть действительно очень красивое решение, сколько доминошками выкладывать. Это общая наука про то, что если у нас есть граф некоторый, то у него существует пар сочетаний, то есть сколько существует способов выбрать ребра, так чтобы любая выбрать подмножество ребер, так чтобы каждая вершина принадлежала ровно одному Ребро. ребру из подмножества. И это называется модель еще димерной конфигурации, там все такое. Это тоже очень красивая есть наука, как это вычислять. Да, У нас еще вводится есть вычисление некоторого детерминанта. бывает, когда там какие-то комбинаторные задачи, мы что-то разлагаем, и там получаются какие-то эти самые, я правда в этом ничего не понимаю, но слышал разные слова, что получаются какие-то эллиптические функции. Еще что-то, какое-то тождество Якоби бывает, бог знает что. Ну, да, пожалуй, вот эллиптические функции как раз могут получиться вот этой вот науки про димеры, там эти эллиптические функции сколько угодно, число пар сочетаний. Не, ну какая-нибудь там теория Рамсе, например, я не знаю, если уж. Ну это такая экстремальная комбинаторика, то есть сколько Да. можно максимум там выбрать чего-то, чтобы там чего-то не было слишком много там. Да, таком роде. Да. Вот, кстати, есть тоже задача, что сколько можно выбрать подмножество n элемент на множестве, чтобы ни одно из них не было частью другого. И ответ к этому Ну, будет, что сколько... семейство Да, подмножества. да. Но мы хотим выбрать там, есть там, я не знаю, там n элементов. И мы хотим выписать какое-то количество подмножеств этого множества так, чтобы ни одно из них не было частью другого. Ну, это как раз опять про двудольный граф, да, и про... Нет, нет, нет. Там скорее там про антицепи, что... Но у нас есть, допустим, 10 элементов. Если мы будем выбирать все пятиэлементные подмножества, то
то естественно, что одно из них не будет частью другого, потому что в них просто поровну элементов. И оказывается, что это самый лучший вариант. Что если мы выберем как угодно, то все равно их будет не больше, чем там число сочетаний из 10 по 5. И это вот это самое. Можно, ну, там есть красивые доказательства как раз с перестановками, но... Так что я помню, что когда-то Гельфанд на семинаре объяснял, что вся математика делится на три части. Анализ, геометрию и комбинаторику. И разные товарищи, которые были на этом семинаре, очень, ну, как естественно, хотели узнать, что говорят великие ученые, и спрашивали у Гельфанда, а вот что такое комбинаторика? А на что Гельфанд отвечал, что ну, эта наука еще почти не создана, мы, так сказать, вот поживем, увидим. И вот, значит, так что поживем, увидим. Вот, хорошо, ладно, тогда, значит, может быть, еще нам удастся устроить занятие, это самое, про пентагональную теорему Эйлера, еще организовать это самое изложение ее. Но пока вроде все задачи мы разобрали, и можно запись прекратить.